все комнаты, они вот в таком состоянии, все полностью покрашены, полностью потолки, полностью стены, и везде поменена плитка. Перед новым сезоном в корпусах только одной плитки уложили порядка 14 тысяч квадратных метров, а это одно из помещений, где будут работать кружки. В прошлом году здесь отдохнули около 30 тысяч детей со всей России, в том числе по путевкам, которые приобретает государство. За детским спортивно-оздоровительным центром закреплено 720 метров пляжа. Есть два бассейна, в них практически закончился ремонт. На территории появится 50 новых беседок, закупили новое оборудование для прачечной, установлены новые элементы системы безопасности, камеры, тревожные кнопки. Это очень хлопотное дело, но это очень благодарное дело, когда видишь глаза ребенка, который доволен этим отдыхом. За моей спиной команда профессионалов. Я думаю, что мы справились в прошлом году. В этом году, я надеюсь, что здравница покажет более высокие результаты. Проделанную работу в межведомственной комиссии оценили. Первые отдыхающие сюда приедут уже в апреле. Ключевая задача, которую сегодня ставят в городской администрации – дети и подростки должны не только чувствовать себя в безопасности, но и вернуться домой отдохнувшими, с хорошим настроением и самыми позитивными эмоциями. Все члены комиссии, расширенной нашей МВК, приняли решение в прошлом году, что мы будем обращать внимание в 2017 году, опять же, в первую очередь, на безопасность детей. И второе, это комфортные условия пребывания. В принципе, вот в соответствии с этими двумя задачами мы сегодня уже проводим, это не первое, мы проводим выездные МВК, смотрим здравницы, насколько они уже готовятся или готовы к встрече ребят. С 1 июля детей можно будет перевозить в автобусах не старше 10 лет. На городском уровне появится специальный реестр техники, которую можно будет использовать, если не хватает собственной. Детские все вот санатории знали, где, куда обращаться в случае, если нужен автобус. Какое предприятие? За минувший сезон в детских лагерях города-курорта отдохнули более 100 тысяч детей. Ожидается, что в этом году юных гостей будет не меньше.